Вот наш кукольный домик. Он у нас в прогрессе, еще не закончен, но уже много что здесь сделано. Уже вся мебель обклеена, все обклеено, остались маленькие детали. И готово для краски. Да, уже скоро мы будем это все красить. Это наша спальня, горшок с цветком обязательно, картины на стенах висят, которые мы потом нарисуем. Правда? Конечно. Да. Тут у нас кроватка. Вот. С розочками. И цветочки. Вот возле головы. Так. Свеча. Скамеечка с закрученными ножками. Ширма, за которой будет наша фея или принцесса, или кто там, она будет там переодеваться. А потом она будет садиться сюда, за свой письменный стол, и записывать свои волшебные мысли. А может быть, она сказку сочинит? У нее там даже или маленький блокнотик. Да, у нее есть перо, которым она будет это все писать. Вот, а потом она будет в своей ванной комнате получать удовольствие. У нее ванная с цветочком, а лепестки у нее будут открывать ей воду и закрывать. Там у нас будет висеть полотенце, вот там на этой картонке, которая висит, но она еще не обклеена. Там будут крючки и будут висеть полотенца. Зеркало, в которое она будет смотреться. О, и прихорашиваться. Вот. Это все сделано из бумаги. Очень даже легко. Так. Бумага, клей и картон. Вот все, что нужно для счастья. А теперь мы переходим в нашу гостиную. Тут у нас вот такой буфет. Сервант, буфет, или как его там назвать. О, у нее там будут тарелочки. Они будут все красивые такие, когда мы их разукрасим. Книги у нее. Она любит читать. Так, коробочки, разные всевозможные коробочки. У нее там, может быть, у нее там будут всякие нитки, например, она любит шить у нас. Или салфеточки. Вот. И еще одна такая коробочка, побольше. Да, у нее там могут быть вилочки всякие. Ложечки, вилочки, все что угодно. О, и вот такая вот у нее коробочка. Без крышечки. Да. Так. А там у нее часы висят. Вот в такой рамочке. Диван, на котором она будет сидеть. Мы еще туда подушечку сделаем, чтобы он был мягкий и удобный. А вот кресло. Вот оно, кресло такое красивое. И здесь тоже будет подушечка. Вот. Она будет здесь сидеть, пить чай, смотреть на огонь, который будет гореть в камине. О, вот ее чашечка маленькая. Вазочка, там будут у нее или фрукты, или конфеты. Вот наш камин. Дров там еще нет, но мы все придумаем. И зеркало висит над камином. Цветок с горшком, то есть горшок с цветком. Или цветок с горшком. Рамочки.
У нее здесь будут или картины, а может быть, фотографии какие-нибудь ее родственников. У нее же тоже родственники, наверное, есть. А тут она будет заниматься кулинарным изделием. Да. Вот у нее там и чайничек есть, и кастрюли всевозможные. Так, там она будет мыть посуду. И букетик. А может быть, к ней будут прилетать ее феи. И будут ей мыть посуду там. А здесь она будет себе отдыхать. Утречком у нее будет завтрак. Вот. Пить кофе будет и чай. Будет она пить. О, вот такой чашечка. Она будет брать ее и пить из нее. Вот она такая маленькая чашечка. Крошечная. Опа! Самое удобное в этом во всем, что это не разбивается. Упадет и не разобьется. И цветочки обязательно на столе. Роза или что-то? Она же в сказке. Может быть. Да. А еще у нас вот такая деталь. Она пойдет над нашим... у нас в кухне она будет находиться вот здесь. Да? О! Вот так она будет. Ее мы потом прикрепим. Но мы ее прикрепим после того, как она будет вся красивая и раскрашенная. И все равно будет красиво покрашено. Да. Вот все это очень легко делается. Обычная бумага, картон. И клей. И клей. И, между прочим, когда я делаю такие вещи, я не высчитываю ни этот... Можно, конечно. Можно. Но я делаю все на глаз. Поэтому, может быть, что-то здесь не совсем по размеру, как положено. Но, в общем-то, можно... Да, можно вот в таком домике жить. Ну, конечно, никогда он такой маленький. Да. А здесь у нас вот тоже горшочек с цветком, скамеечка возле окна. Вот. И еще один горшок. Опа-ля. Вот он вот такой вот. Все это вот бумага. Просто обычная бумага. И это. Да. Вот эти листики сделаны из этих кухонных салфеток. Да, для кухни. Картонка. Вот. А это другая бумага. Вот какая бумага есть под рукой? Из-под туфлей, может быть, такая, которая... Да, из-под туфлей мы собираем бумаги. И вот, что у нас получается. Так. И здесь у нас тоже горшочки с цветками. И тоже еще одна скамеечка там стоит. Вот она, скамеечка. А мы потом... Будем рассказывать и показывать, как это все делается. Со скамеечкой у нас, по-моему, есть уже одно видео, да? Вот это очень-очень просто все это делается. Вот да. Здесь проволока. Вот здесь приклеенная. Да, но это вот это все мы будем показывать. Если мы, конечно, еще не показали. А тут у нас есть еще дерево. Лимонное дерево. Вот оно вот такое вот. Лимончики там. Три лимончика. Раз, два и три вот. Лимонное дерево, оно же очень ароматное. Поэтому оно у нас стоит обязательно в нашем сказочном домике. Вот они, сказочные лимончики. Вот такой вот домик. Приходите к нам в гости. И, конечно, там еще птичка сидит. И птичка там. Птичка еще сидит? Сейчас проверим.
Вот птичка. Птичка уже наслаждается хорошая всем, что происходит здесь. Она даже улетать не хочет. Вот так вот. Ну, хорошо. До следующей встречи. В нашем сказочном домике. В нашем сказочном домике.